Пантеровый хамелеон. Самцы пантерового хамелеона могут вырасти до 20 сантиметров в длину. Самки поменьше, примерно в два раза. Самцы весят от 140 до 185 граммов, а женские особи от 60 до 100 грамм. Удивительно, что почти половина всех видов хамелеонов живут на Мадагаскаре. Знаете, как отличить самца от самки? Самцы более ярко окрашены, нежели самки. У хамелеонов мужского пола на теле часто встречаются вертикальные полоски красных и синих оттенков. Мадагаскарский пантеровый хамелеон может сам регулировать уровень витамина D3 в своем организме. Он подвергается воздействию солнечного света, поскольку его ультрафиолетовый компонент увеличивает внутреннее производство этого витамина. Пантеровые хамелеоны проживают гораздо ближе к лесной почве, чем многие другие разновидности. Они живут в листве небольших деревьев, в областях, покрытых тропическими лесами. Зеленый покров помогает им выжить, так как они являются древесными животными и живут исключительно на деревьях, а не на земле. А чем питается пантеровый хамелеон? В основном он питается разнообразными червями, которые доступны в дикой природе, а также насекомыми. Температура окружающей среды влияет на количество съеденной пищи. Благодаря уникальным свойствам глаз, которые могут вращаться и фокусироваться отдельно, наблюдая одновременно два объекта, они получают полный круговой обзор. Когда пантеровый хамелеон обнаруживает добычу, он фокусирует глаза в одном направлении, обеспечивая четкое восприятие. Это позволяет им хорошо видеть мелких насекомых с большого расстояния. У хамелеонов на лапах есть 5 пальцев. Они соединены в две группы – из 2 и 3 пальцев, которые придают ногам вид щипцов. Группа из 2 пальцев находится снаружи, а группа из 3 – внутри. Строение ног позволяет пантеровому хамелеону крепко удерживаться за узкие ветви. Каждый палец на ноге оснащен острым когтем, чтобы набирать обороты на таких поверхностях, как стволы и кора деревьев при перемещении. Пантеровые хамелеоны могут жить до 7 лет. Кстати, самцы обычно живут чуть дольше самок. Пантеровый хамелеон имеет очень длинный язык, позволяющий быстро захватывать добычу. Иногда его длина превышает длину тела. Он поражает добычу примерно за 0,3 секунд. Как же ему это удается? Воспользовавшись замедленной видеосъемкой, голландские исследователи обнаружили, что за 200 миллисекунд до того, как выбросить язык, хамелеон при помощи специальной ускоряющей мышцы придает энергию в межязыковые ткани, складывая их одна в другую, как кольца подзорной трубы.
Когда, атакуя свою жертву, хамелеон выбрасывает свой язык вперед, энергия, которая была в запасе, может высвободиться всего за 20 миллисекунд. Поистине, пантеровый хамелеон – удивительное творение.